Я не понимаю выступлений, которые сегодня происходят в Киеве. Украинскую мову гноблять. Украинскую мову треба захистити. Да что ж это за язык-то такой несчастный? Если его нужно защитить от всего. Если этот язык должен расти в оранжерее. То есть получается, что на этом языке, если мы учим своих детей, то мы лишаем их всего. Мы растим просто не до расу. Людей, которые просто лишены огромного объема знаний, которые приходят на русском языке, на английском, на другом. То есть к нам он приходил на русском языке. Сегодня мы лишаем новое поколение этих знаний.